Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Паша, и в этом видеоуроке я вам расскажу и покажу, как открыть порты на модеме Huawei 530. Ну что ж, начнем. Так, сюда вписываем 192.168.1.1. Так, тут у вас выбит логин и пароль. Логин админ по-английски и пароль тоже админ. Так, дальше. Basic. NAT, Virtual Server. Ну, вы видите, тут я уже открывал порты, так что я вот удалю. И вон тут вписываем любое название. Я вон напишу Паша. Ой. Паша. Так, тут TCP, как мы для игры этот порт открываем. Тут, как я открываю порт на Counter-Strike 1.6, если вы на Minecraft, то вы там другой порт, а я на Counter-Strike, так что я открываю 27.0.15. Тут, тут также порт 27.0.15, а тут IP. Заходим на 2ip.ru, копируем IP, вставляем сюда, тут пишем опять же порт. И тут пишем тоже порт. Нажимаем Submit. Ждем. Все, вот видите, Паша, ТЦП, 27.0.15. И так дальше. Так, дальше заходим в Advanced. TRO69. И тут вписываем тот же порт, какой мы написали там в Basic. 27.0.15 у меня. Дальше нажимаем Submit. И... проверка порта. 27.0.15. Проверить порт, открыть. Ну что ж, пора прощаться. С вами был Паша. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.